Блять, вот кто мне звонит нахуй в такое время? Ну-ка, подождите-ка. Алло. Мне одобрили кредитную карту на 1 000 000 рублей от Тинькофф Банка, хотя я даже в Тинькофф Банк ни разу не звонил, и считаю то, что Тинькофф Банк — это банк для лохов и гоев. Нихуя! Спасибо большое, нахуй. Всегда мечтал. У меня вся реклама. Я бы прорекламировал Тинькофф Банк только в том случае, если бы Олег Тинькофф лично пришел ко мне, мне яйца бы облизал до блеска, чтобы как у гота глаза блестели. Вот тогда я еще, может быть, на стриме сказал бы что-нибудь доброе про этот банк.